Страшная трагедия в пятницу вечером разыгралась в садово-огородном товариществе «Чистые пруды». Вернувшись с работы, хозяин одного из домов обнаружил в помещении 4 трупа. Подробности у Дмитрия Круковца. Этот мужчина в одночасье потерял всю семью. Вернувшись с работы, он обнаружил тела 4 человек. На место вызвали полицию и скорую помощь. В одном из домов обнаружены 3 погибших детей с многочисленными ножевыми ранениями. Возраст 2, 3 и 6 лет. И женщина молодая. Значит, как в ходе работы на месте происшествия было установлено, что в данном доме проживала семья. Значит, родители находились на работе с 9 утра. Значит, по прибытии с работы, значит, были обнаружены как раз тела детей и вот этой женщины. В одном из частных домов кооператива «Чистые пруды» проживали 2 семьи. Ранним утром в пятницу взрослые ушли на работу, дети, кто постарше, в школу. Там моя мама была и с братишкой моя родной. Мой братишка родной и мои племянники. Они наши родные. Сколько было? Самый большой мой племянник, ему было 6. Все остальные, моему братишку 2-3 остальные. Мама 34 лет моя. Сейчас не знаю с ними, что случилось. В доме находились 3 ребенка, 2, 3 и 6 лет, 2 мальчика и девочка, а также 34-летняя женщина. Она присматривала за ними. Убийца не оставил в живых никого. Сейчас его ищут. Все соседи в состоянии глубокого шока. Найти объяснение, зачем нужно было лишать жизни женщину и 3 детей, попросту невозможно. 2 ребятишек, жена и муж, вот они жили. Они не русские, приехали к этим двоюродные, что ли, они брат или сестра, что ли. От них такой покой был вообще. Никогда нигде ни с кем не связывались. Я сама в шоке. В Следственном комитете ситуацию пока не комментируют. Мы ожидаем получить комментарий в ближайшее время. Что я вам пока сказать не могу, работаем на месте, обстоятельства выясняются. В социальных сетях уже есть имя, фамилия и приметы подозреваемого в совершении убийства 4 человек. Разыскивается мужчина 1987 года рождения. В камуфляжной одежде красноватого оттенка. На отвороте 2 полосы красного цвета в серой шапочке. На место стянуты большие силы полиции и Следственного комитета. Убийцу рассчитывают найти по горячим следам. Дмитрий Круковец, Гамзат Магомедов, Сургут-Интерновости.